Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам сервер LifeBodria Minecraft Expedition. Ну что ж, сейчас мы находимся на этом сервере, и он очень-очень большой. Из-за большого количества участников на этом сервере мой Майнкрафт не справляется и начинает лагать. Да, представьте себе, 9000 игроков на этом сервере. Я не знаю, почему так много, но здесь их очень-очень много. И да, и сервер немного обновился, добавили несколько новых классов, которые вы можете видеть на этом сервере. Ну и по идее здесь очень-очень много всего. Также несколько новых мини-игр, сплив или что-то еще новое такое я видел на этом сервере. Вот я сказал, добавили новые классы, выглядят они вот так. Очень много новых классов, их раньше не было, это я помню точно. Ну а теперь давайте перейдем к самому серверу, как его создать. Ну что ж, нажимайте кнопку «Играть», друзья, и давайте теперь напишем его IP. Ну, IP его вот такой. hdlbsg.net. Вот так. И порт стандартный, и имя вы можете писать любое. Но я напишу LifeBoat. Друзья, вот так. LifeBoat. И все. Так. Вот, все. Ой, я забыл создать, извиняюсь. Так, сейчас, минуточку, нет. Ну, теперь я буду путаться, конечно, я спешу. Так. Ну, также, если кто-то не успел увидеть IP, вы можете остановить видео или посмотреть в описании. Ну, теперь все готово, и, как видите, сервер у нас будет работать. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.